возникают вопросы, можно будет обратиться к сопровождающему. This is it, and if you have any questions, you should ask. Они должны включить большой тумблер, повернуть направо, у них должен загореться зеленый индикатор. Канал единичка. So everybody who speaks English should turn the first channel. Can you hear me? Троечка, вы русские тоже тут? Меня зовут Тирщик Андрей. Сейчас мы с вами находимся на территории образовательного центра, где обучаются студенты и сотрудники нашего предприятия. Right now we are on the territory of an educational center where all the employees are being educated. Мне сказали показать вам самые интересные места, поэтому мы не будем тратить время на неинтересные лаборатории. Мы сразу же пройдем в экспериментальный зал, и если у нас останется время, то мы посетим непосредственно лабораторию механики. Здесь действует ряд правил, одно из которых обязательно надета на голову каску. Как вы думаете, что я только что вам дал? The first year is put in practice for about 15 years. Then they are going to Но самое важное в этом оборудовании, что наши студенты в свои неполные 18 лет занимаются. Нам надо будет подождать буквально еще одну минуту. Завязано на электричестве, на силе сжатого огня. Наши студенты написали программу, которая бы работала как два манипулятора, как три манипулятора на плоскостях плюс вертикальный. Александр.
Я создам такой учебный центр, куда бы хотели приходить лучшие учащиеся, и я создам такие рабочие места, куда бы хотели прийти мои выпускники. И студентов Пиральского технологического колледжа. Так называемые кафедры подготовки режиссеров, видеомонтажа, то есть работы с компьютерной графикой, с современными технологиями, то, что сейчас востребовано. Но я уверен, что те, кто вас будут там проводить, кто будет вам проводить там экскурсию, вам расскажут более подробно и более точно. Спасибо вам огромное, с вами было очень интересно проводить эту экскурсию. Thank you.
Польский не мог быть, потому что... These forms at this and this machine, fill it out with, and after this, comes. Z can consist of two or even six, up to six parts. В таком виде шлики заливается в это отверстие. And the mass is getting is filled out. Отдельно ручки. Отдельно рожок, отдельно крышка, отдельно корпус. For example, this kettle right here consists of three parts. So, the handle and these two parts right here. Посмотрю еще вот эту тарелку, ее поменять. Survival.